В республиканской больнице сегодня провели уникальную эндоскопическую операцию на брюшной артерии. Подобная методика – большая редкость даже для московских клиник, рассказывает Виктор Буров. На операционном столе пожилой мужчина. У пенсионера аневризма брюшной аорты. Это состояние, при котором самая крупная артерия с возрастом расширяется, стенки истончаются. Аорта в любую минуту грозила лопнуть. Тогда бы кровь заполнила брюшную полость и наступила бы мгновенная смерть. Но пациенту повезло. Ему сегодня проводят уникальную операцию. Поврежденный участок хирурги заменяют на искусственный имплант. Так называемый стент-граф доставляют к месту при помощи тончайшей спирали. Внутри аорты полимерная трубка, как парашют, раскрывается и приобретает нужную форму. Аорта как новая. И при этом никаких разрезов, только крошечный прокол в бедре. Самое сложное – это правильно позиционировать эту конструкцию, которая перекрывает аневризматический мешок. Его нужно правильно позиционировать, чтобы он никуда не сместился. То есть если, соответственно, конструкция сместится, то есть, то здесь может быть такие не очень хорошие стандартные ситуации. Уже через несколько часов пенсионер сможет самостоятельно передвигаться по палате, а через неделю его выпишут. Раньше же таким пациентам приходилось разрезать брюшную полость. Выжить после тяжелейшей операции по статистике удается лишь половине. Период восстановления длился до 3 месяцев. Обучить наших медиков уникальной технологии приехала хирург из Красноярска. Ксения Кочкина – единственная за Уралом, кто владеет эндоваскулярной имплантацией. Кстати, операции на брюшную аорту без разреза – редкость даже для Москвы. В столице их проводят всего около сотни в год. Уровень специалистов позволяет внедрять эту методику, и я думаю, что данные операции пройдут успешно, потому что подготовка достаточно высокая, техническое обеспечение соответствует необходимым требованиям. Аневризмой и большой аорты в Хакасии страдает большое число людей. Теперь у них есть надежда на жизнь. После обучения наши хирурги будут проводить эндоскопические операции самостоятельно, бесплатно, по полису медстрахования. Виктор Буров, Анна Грек, Вести, Хакасия.